Привет, ребят! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами телефон CAT-S42, и в этом видеоролике мы настроим автоисправление текста на данном устройстве. Для этого мы открываем нашу клавиатуру в любом удобном для нас приложении, совсем не важно в каком, после чего ищем вот такое вот меню в верхней части клавиатуры. Если его нет, вам нужно нажать вот тут вот слева на стрелочку и перейти в настройки. Настройки выглядят как шестеренка, они могут быть здесь. Если здесь их нет, нажимаю на три точки и перетаскиваю настройки сюда, или можем просто здесь на них нажать. И попадаем в вот такой вот пункт, где мы видим исправление текста. И пролистывая вниз, у нас есть исправление. Здесь мы можем его, соответственно, настраивать. То есть мы можем включить автоисправление или выключить. То есть будет ли наш телефон исправлять ошибки при вводе. Также хотим ли мы писать заглавные буквы автоматически. То есть каждое новое предложение будет писаться с заглавной буквы. Точки автоматически. Это значит, что нажав дважды на пробел, у нас будет ставиться точка с пробелом. А также мы хотим ли мы, чтобы телефон проверял наше правописание. Это значит, что если мы напишем какое-то слово с ошибкой, оно будет подчеркнуто красным цветом, и таким образом вы увидите, что написали его неправильно. И в принципе это все настройки, о которых мы хотели с вами сегодня поразговаривать. Если у вас остались какие-то вопросы, то подписывайтесь на канал и пишите их. Всем пока!